Вот эта засуха капитально будет. Еще природа на несколько моментов. А сейчас даже уже по радио говорят, вон, все горит уже, поджигают уже, все горит, пылает. Все уже, да. Сейчас еще больше сгорит. Так, короче, да. И засуха будет еще. Короче, так, засуха будет, засуха будет, засуха будет. Так, это, короче, потом зима очень сырая будет. Так что надо готовиться очень хорошо. Ну, я тоже подготовлюсь хорошо. Я тоже, насчет природы, да. Мы с собаками выживем, да. И я чувствую, если у меня собак нечем будет кормить, я собак буду есть потом. У меня еще крысы в запасе останутся. Я приживу, у меня все. Я запас большой делал. Ну, видишь, подонки, у меня стреляют собак, да. А так-то у меня собак-то же тоже, оно как баранина. Только соусом сделаешь, да. Фух, и нашёшь, как же это, ну, вкуснятина, да. Если, а шерсть у собаки, шерсть, это же унты хорошие. Если, а что, нитку, вы думаете, как сделать нитку? С этой же кожи собачьей делаешь нитку. Раз, то не корежешь, на ниточка получается. И сшиваешь это все, сшиваешь, и унта получается. Все, и теплый, хорошая обувь, да. Вот собака, что значит. О. А кости, это кости, изделия, ножи, там можешь вилку, ножик сделать, да все, что хочешь. Там у них же лопатки, вот это все, ложку сделать, поварешку, да. Короче, с костей всякое, ну, инструмент любой можешь сделать, стамеску, это, долото, все, все. Потому что кость, она крепкая, крепкая, и по дереву тут долбить, да что хочешь можешь сделать, так что в этом ничего не пропадает. Просто у тупых вот таких людей, вот, знаете, вот есть такие люди, ну, в институтах, которые учатся, да, ну, там вот айфоны какие-то всякие делают, эти, и он себя таким умным, вот, как, взять как этого, ну, был, ну, кто первый это радио придумал, я, Попов.